Нас очень часто путают с моделями. На Петербурге очень много диджеев. Очень много. Да. Каждый третий диджей. Девочек в процентном соотношении меньше. Естественно, к нам очень предвзятые отношения часто бывают. После того, как ребята слышат, как мы играем, они такие: «Вау, девчонки, мы не думали, что это будет так круто». Я не знаю, с чем это связано, но часто мы сталкиваемся с тем, что наши знакомые, даже несмотря на то, что с нами общаются, они не все воспринимают нас всерьез. И даже были какие-то слова: «Ой, эти модельки там играют». Да, и ей уже, наверное, года 2-3 вечеринки. Она очень странно называется. Она немножко... Мы там поиграли с ассоциациями, и она называется ПМС. И она расшифровывается, да, как «Погромче музыку, сестра». Надеемся, что вот в июне у нас будет много сетов, чтобы зарубежная аудитория нас услышала. Мне кажется, что им будет хорошо. Да, им правда. Я думаю, что им очень понравится. И дело в том, что и нам понравится. Манеки-неко!